На пульт дежурного 102 поступило сообщение о том, что в автомашине ВАЗ-2114, припаркованной возле одной из многоэтажек по улице Холодоякова, возможно, находится оружие. На место вызова выехал один экипаж дорожно-патрульной полиции. Полицейские установили личность владельца автомашины, но он заявил, что это не оружие. Ішіндегі бағанағы суық қаруға ұқсасты. Ол не зады? Ончық мысалы. Это не оружие, а просто игрушка. Я оставил машину, потому что пошел к товарищу. Прибывшая на место происшествия оперативно-следственная группа сняла отпечатки пальцев. В ходе дальнейшего досмотра полицейские обнаружили под водительским сиденьем автомашины пистолет. Владельца автомобиля полицейские доставили в Альфа-Арабийский РОВД. В ходе следствия будет установлено, какое это оружие и с какой целью молодой человек возил его с собой. По сети WhatsApp на адрес нашей передачи пришли фотографии с места ДТП, случившегося на трассе Алматы-Ташкент-Термез. По сообщениям автора этих снимков, столкновение автомашины Volkswagen и грузового КамАЗа, в результате которого погибли два человека, произошло на промежутке трассы между 205 и 210 километрами. На этой дороге до сих пор ведутся ремонтные работы, и это одна из причин частых аварий. Автор этого видео, также полученного по сети WhatsApp, стал свидетелем оказания помощи пострадавшему в ДТП молодому человеку. Парень лежал на обочине дороги среди ночи. Наезд, судя по материалу, произошел за несколько минут до съемки. Машина как пить ма? А? Ажер урод. Тартыл турма? Или... По словам молодого человека, его сбила неизвестная автомашина, номер и модель которой он, к сожалению, заметить не успел. Врачи доставили пострадавшего в больницу скорой медицинской помощи.